Праздник Пасхи уже приближался, и во время вечери Христос полотенцем припоясался, в умывальнице воду принес. Знал Иисус, что разлука близка, смерть идет по его следам. Наклонивши голову низко, ноги мыл ученикам. Запыленные с грубою кожей, омывал он их чистой водой, отирал полотенцем Сын Божий. В этот вечер был людям слугой. Пес смотрел на Христа с удивлением. Нет, не будет того вовек. Ты, Господь, и стоишь на коленях. Предо мной я земной человек. Никогда моих ног не омоешь. Пёт не знает, что делаю я. Не имеешь ты части со мною, если я не омою тебя. Если я ваш Господь и Учитель, как слуга был у ваших ног, вы друг другу служить научитесь и запомните этот урок. О Иисус, и сегодня ты тот же, как в тот вечер ты служишь нам. Наклоняешься низко, Сын Божий, к запыленным нашим сердцам. Без упрека, без укоризны, ты хранишь нас своей любви, чтобы мы, преклонившись близким, послужить им любовью могли. Без упрека, без укоризны, ты хранишь нас своей любви, чтобы мы, преклонившись близким, послужить им любовью могли.